Доброе утро. Сегодня, кстати, тепло, но опять же пасмурно. Как у нас чередуется через день. Вчера было солнышко, сегодня пасмурно. Так, я вам сейчас хочу показать. Вчера я была на работе, поэтому покажу результаты, которые вот вчера у нас произошли. Вот, Андрей. Тут занимался, делал вот эту трубу. Вот, переделал вентиляцию. Вот эту асбестовую трубу убрал. Он говорит, только начал я ее откапывать, я туда вниз полетела, то есть в подвал. Видимо, не знаю, как держалась, чего. Вот, в общем, обычная пластиковая труба. Выход он сделал уже в другом месте. Сейчас покажу в подвале, где. Вот. И теперь будет вентиляция. Так, ну вот, вот из этой дырочки, которая вот пропилил в дверь, которая открывается в подвал, вывел следующую трубу, вторую. Так, заглянем там. Так, вот смотрите. Та труба была вот здесь вот. Это середина. Ну, не середина, но все равно не вверху. Получается, должна быть хотя бы вход и выход вверху, вверх и низ. Как получается. Видите, он переделал повыше. Пришлось долбить ту дырочку и сделал повыше трубу. Так. А это уже идет на выход. Снизу. Видите? Поменьше уже труба. Ой, он не заляпал еще вот эту вот, оказывается. Это я только спустилась. Заляпал вот эту трещинку, надо будет еще побелить. У меня есть где-то водоэмульсионка. Надо побелить. Вот, в общем. Вообще, в чем проблема вот этой вентиляционной трубы? Почему она была сделана неправильно? Вот, потому что здесь, вот сегодня, слушайте, прошел всего один день, и я уже заметила, что совсем другое вот ощущение по воздуху вот в подвале. Как-то вот, понимаете, воздух стал чище, тут тепло, тепло, кстати. Воздух стал чище, и нет влаги на стенах, вообще нет влаги. Хотя была влажность, я говорю, по стенам такое ощущение, что даже вот... Сейчас были перепады температуры. Видимо, с той трубы заходил воздух. И все, сырой. Я надеюсь, у меня все теперь... Потому что... Вот я оставляла свеклу. Но она, конечно, хранится. Сейчас покажу. Она, в принципе, хранится какая-то часть и до весны. Но вот она покрывается, не знаю, каким-то налетом. Сейчас покажу. Вот. Она начинает гнить. А должна быть... тверденькая. Ну, потому что здесь вот влажность высокая, и она начинает прорастать. Так как сделана у меня теперь вентиляция, сейчас я все переберу вот морковку. Ну, морковки у меня немного, я немного оставляла, потому что знала, что у нас вентиляция в подвале совсем плохая, поэтому я летом перекручивала всю морковку, почти перекрутила в морозилку. Так оставила там, знаете, на салатике или куда-то там свежую морковку положить. А поэтому я не стала много оставлять. Сейчас я буду все перебирать. И свеклу. Ну, свеклу я не перекручивала, но у меня тут... Ну, в принципе, она еще ничего, но надо перебрать. Сейчас, я думаю... Вот теперь проверим, как у нас до весны дотянет вот эти овощи, будут храниться. Посмотрим. В общем, надо мне тут поприбраться теперь. Разобрать овощи. Вот такие дела. Та-дам! Уже заметили, наверное, да? Дерева нет. В общем, вчера Андрей тут спилили дерево. И уже, кстати, ветки, которые были, сожгли все. Чурочки это мы отдали. В общем, места все больше и больше становится. Дальше что он еще тут поделал? Сейчас покажу. Так, в общем, заровнял вот эту площадочку, где труба. Вот это идет. Ну, теперь придется опять пенек убирать очередной. Он уже не знаю, какой по счету. Ой, да.
вчера я вам не смогла показать, потому что я прихожу в 6 часу, а в 5 часов у нас уже темно. То есть на улице ничего не видно. Думаю, дождусь утра и покажу уже вам. Так, ну что, продолжать будем сегодня работать. Сегодня у меня выходной, поэтому... В общем, что будем делать, я уже покажу потом. Пока не знаю еще что. Что-то у меня курочки совсем перестали нестись. Отдыхают, видимо, или что. Многие, кстати, уже такие покрасивше стали, переоперились. А некоторые еще облезленькие ходят. Где моя красотка? Да. Ой. Так, почему не несемся, рассказываем? Берем у вас интервью. Почему вы перестали нестись? Почему? Что такое? Рассказывай. Давай, рассказывай всем. Да? Почему? Так, что тут сегодня с утра? Плюс 6. В общем, что выяснилось? Сам подвал сделан из блоков. А внизу это перекрытие. Видите, с ракушкой смешано. Тут вообще все так, строительство было использовано ракушка. Вот много что мы отмостку тоже убирали. Все вот с ракушкой. Как вспомогательный материал для экономичности. В общем, мы тут начали чистить. Тоже будем заливать по новой. Вот тоже кусочек отмостки. Видите, все в ракушках. Ракушка перемешана с цементом, скорее всего. Вот, в общем, есть у нас на участке несколько таких блоков. Ну, не знаю, с десяток, наверное. Скорее всего, предположительно, вот в подвал и был из таких. И тоже с ракушкой смешано. Все, везде ракушка применялась. Вот универсальный материал. Вот не знаю, наверное, лет уже им очень-очень много, и блоки целые, не рассыпались. Так, мне дали задание. Надо будет размотать вот эту проволоку, забор, потому что будем вот эту убирать. Вот эту проволоку, на которую крепится сетка. И вот эту сетку все убрать, чтобы нам тут и ходить удобнее было. И вообще, чтобы не... Я не раскачалась еще. Тут. Там еще на стяжке. Зацепилась. Зацепилась?
работники у нас, видите? Ну, пластались. Да. Да, Масенька? Скажи, пластались. Шишка. Ладно, работайте. Напекла по-быстренькому, так, на перекус. Это сосиска в тесте, беру, стою на тесто. И, правда, они мне такие вышли некрасиво, потому что я сделала, решила по половинке сосиски разделить ее пополам, потому что они такие большие, толстенькие. Вот, еще тепленько. Сейчас чайку перекусим, попьем. Ой, пришли у меня тут помощницы. А все почему? А потому что здесь у нас вкуснятина. А Мася любит сосиски. Это у нее любимая еда. Да, Мась? Сосиски? Высокий. Вот как так? Делали-делали и свет выключили. Утром выключали, мигали. Не знаю, надолго, не надолго. Ой, ветер-то холодный вообще.
несмотря на то, что небо голубое разветвилось, но на улице холодно. Ой, света нет уже полчаса. Не успели дозалить до конца, хотя нужно до конца залить. Тут уже начало схватываться. Да. Че, пошли мы домой. Сейчас уже солнце сядет, а света до сих пор нет. Уже полтора часа прошло. Мы сейчас начинаем, да уже, наверное, не знаю, поскольку включится на часов 5, а вот уже темно. Ничего не видно, темнище. Так что придется заделывать завтра, что поделаешь. Ой, почему, правда, без предупреждения вообще выключает свет? Это ладно бы там включить, переключить с одной линии на другой. Но тут выключили, уже полтора часа нет. Так что пойдем домой. Всё, главное, на той улице есть свет на Калинина. У нас переулки нету. А ну, соседа генератор работает. У него свет есть. Везет. Представляете? А света до сих пор нет. Время 7 часов вечера. Там, оказывается, на плавнях, это у нас пониже, делают какую-то проводку, не знаю, ну, меняет, короче, электричество. Но что интересно, время уже темно, то есть не видно, что они там в темноте делают, не знаю, до сих пор. И такого еще, вот мы 2 года, почти скоро 2 года живем, еще такого не было, что нет света так долго. Кроме этого, еще не работает интернет. То есть хотя бы хотела посидеть, раз появилось время свободно, хотела посидеть, поотвечать на комментарии, но никак не получается. Нет ни света, ни интернета, ничего. Так что вот такие дела. Ладненько, пойдем домой.